насколько автопарк еще нужно обновить, именно амбулатории ЦПМСД? Смотрите, все достаточно просто. Вы помните о том, что когда мы начали практику ремонта наших семейных амбулаторий, это был 16-й год, да, если я не ошибаюсь, мы к открытию каждой амбулатории покупали на тот момент сенсы, если я не ошибаюсь, или ламасы, или сенсы это были, и нам казалось это достижением. К сожалению, срок службы автомобилей сенс, он не более 5 лет. И поэтому уже пришло время их полностью обновить. Естественно, их никто не выбрасывает и никто не ставит под забор. Все эти машины мы используем дальше в нашем коммунальном хозяйстве, мы передаем на баланс наших коммунальных служб. И поэтому этот цикл ротации и замен, он 100% будет. Впереди у нас утверждение бюджета на 2022 год, и поэтому сразу же мы будем планировать последующую замену. Сколько всего единиц техники? Это точно больше 20. Но я думаю, что Лилию Юрьевну тут нужно будет отдельно услышать. Она идет в развитие своего медицинского учреждения, которым руководит. Уже сегодня проведены переговоры, и структура, которую возглавляет Лилия Юрьевна, подписывает декларации в Новинском сельском совете, в Александровском сельском совете. И в ближайшее время это будет в Нововасильевском сельском совете. Поэтому идет расширение сети. И помимо плановой замены существующей техники, нам необходимо будет докупать машины и технику для того, чтобы обслуживать больше сел ОТГ вокруг города Мелитополя. Эта машина закуплена за бюджетные средства? Эта машина закуплена за средства Центра первичной медико-санитарной помощи номер один. Естественно, это бюджетные средства. Угу. Сколько стоит? Номер два, извините. Номер два. Без номера. И сколько стоит? 547 тысяч.